Привет, мои дорогие друзья! Сегодня хочу вам рассказать 51 факт о себе. На компьютере у меня только одна игра — это Minecraft. Я не пью. Вообще. У меня был настоящий спортивный мотоцикл. Я никогда не курил. И не курю. И не буду. Иногда не сплю прям до утра. Я никогда не делал сходки для подписчиков. Я очень сильно люблю машины. Лет 10 назад я хотел стать рэпером и писал даже песни. Представляете, это еще до YouTube. Друзья, Вика мне не сестра. Я очень сильно люблю Нутеллу. iPhone — это лучшее, что могло придумать человечество. Да. Серьезно. Я очень сильно люблю совушек. Они ж прекрасные. Вы только посмотрите на эти глаза. И страшно боюсь пауков. Иногда я реально забываю покушать. Вот прям пока кто-то не напомнит. Мой первый ролик на YouTube был не о Minecraft. У меня лично нету животных. Я люблю своих подписчиков. Они у меня добрые. Убирая в квартире, я прячу вещи по углах. Стараюсь как бы типа имитировать чистоту. Ну, конечно, пока кто-то мне по шее не даст. Я уже 2 года хочу поставить брекеты, но никак не могу на это согласиться. Я не могу ничего не делать. День провести без пользы для меня хуже всего. В школе я не был отличником и получил немало двоек. Мой топ-1 фильм — «Интерстеллар». Я родом с маленького городка с населением около 20-30 тысяч человек. Я страшно везде опаздываю, но никак не могу подружиться со временем. Оно как-то не так идет. Ну, совсем не так. Мой любимый сериал — «Доктор Хаус». Как-то я даже хотел стать доктором из-за сериала. Я все время думаю, что я забыл закрыть дверь. И проверяю очень много раз. Я так люблю свои часы, что как-то забыл их зарядить и неделю ходил с выключенными часами. С Викой я больше времени встречаюсь, чем существуют мои каналы. Я мечтаю разогнаться на машине до 300 км в час. Мой личный рекорд скорости — 274 км на машине. На мотоцикле — 221. Между прочим, Вика мне придумала псевдоним Ярик Лапа. Балык с Нутеллой вообще свободно. Без вашего лайка ролику будет плохо. Это факт. Я резко закинул езду на мотоциклах, так как раз чуть серьезно не врезался. Я даже был скейтбордист в детстве. Жаль, нету фото и видео. Эх, было прикольно. Хотите секрет? Я иногда сам себя стригу. Но меня раз Вика спалила, потому что везде были волосы, я не убрал хорошо и солидно получил пилюлей. Стараюсь больше так не делать. Почти. Я безумно люблю собирать коробочки. От всего. От техники, от подарков. Все в кучу. И получается очень много коробочек. Это прекрасно. Еще я безумно люблю спорить. Спорю вот прям вот за все. Всегда и везде.
почты. Я, наверное, самый неконфликтный блогер на всем YouTube. Перестраховываюсь всегда. Что бы ни сделал, как бы ни ступил, 10 раз просчеты, алгоритмы, формулы. Вот так вот все происходит. Мне еще говорят, что если бы я не стал блогером, я бы свободно, круто продавал бы товары в магазине. Фредик мне не брат, но он встречается с моей сестрой. Я очень не люблю плавать, вообще не люблю воду. Но вроде как умею, но не люблю, особенно нырять. А вы? В детстве, в драке, я себе сломал руку. Я всегда сам мою свою машину. Во всех условиях, зимой и летом, всегда только я. Если бы не получилось с Ютубом и торговлей в магазине, я бы точно стал крутым мойщиком машины. Почти каждый день жру в Маке. В детстве я всегда разбирал технику. Будильники, светильники всякие, фонарички, телефоны, видики всякие, DVD-шки. Все разбирал, но никак не мог собрать. Но разбирал. Среди всех моих роликов я выделяю только один. Это Face Rig с яриком лапой. Можете посмотреть, очень даже круто получилось. И на этом все, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо всем за просмотр и до новых встреч.